Всем привет! Решил я сегодня еще раз сходить в то место, где у меня неплохо окуни клевали, до хорошего такого размера. Но сейчас прошли дожди, и по своей машине я туда уже не смогу подъехать, поэтому сегодня придется пройти прилично пешком. Оставил машину довольно далеко от реки, а сам спускаюсь к реке. Здесь вполне прилично идти так. Но сейчас-то легко, потому что я иду с горы. А вот в горку обратно, конечно, будет идти значительно сложнее. Но ничего. Здесь такое интересное место. Овраг такой глубокий. Сосны такие высокие. Наверху ветер, а здесь внизу тихо. Идешь прям осенний лес, как в сказке. Ладно, это все лирика. Сейчас, надеюсь, дойду до реки и попробую что-нибудь поймать. Ловить сегодня буду хищника. Сначала закину две донки на живца, а потом разложу спиннинг и буду ловить на спиннинг. На спиннинг буду использовать как искусственные приманки, так и того же живца. Но сначала донки. Монтаж на донке я много раз показывал, но покажу еще один раз, потому что все равно будут спрашивать. Внизу грузило. Сейчас поставил побольше, где-то 90 грамм, потому что, может быть, далеко буду кидать. Чуть выше отвод под поводок. Сам поводок не очень длинный, сантиметров 40-50. И крючок под живца. Сейчас насадим живца, и можно будет закидывать. Забросил две донки на живца, одну подальше, одну поближе. Самое сложное — это вот то, что непонятно, на какое расстояние кидать донки. Одно дело ловить на отводной, другое дело донки с живцом. Так что буду, наверное, через какое-то время переставлять, кидать дальше, ближе, вправо, влево. Ну, заодно я сейчас вот разложу спиннинг и где-то рядом покидаю отводной, чтобы уточнить, где там бровки, где чего. Раскладываю спиннинг и попробую покидать. Ну что, пока полная тишина. Ни на спиннинг, ни на донки, ни одной поклевки. Сейчас попробую что сделать. Донки перекинуть на другую дистанцию. Одну закину максимально далеко, а другую наоборот, под травку. Вот. Ну и продолжу эксперименты со спиннингом, а с отводным поводком. В общем, попробовал на отводной живца насадить, тоже никакого толку, только одни зацепы. В общем, похоже, что здесь то ли рыбы вообще нет, то ли она в ступоре и ни на что не хочет клевать. Но время еще немного есть, сейчас быстренько соберу донки и на другое место перейду, может быть, там будет рыба, потому что здесь я понял, без толку совершенно.
перешел на другое место, попробую здесь. Единственное, здесь надо далеко кидать, потому что здесь вот идет прям злая такая буровка. И я здесь когда на ту одной ловил, все время мертвый зацеп, поэтому надо кидать за бровку и быстро вытаскивать, чтобы за бровку не зацепиться. В этом месте судачок присутствует. Видел я, мужики с лодки ловили. Поэтому насажу уклейку. Уклейка больше нравится судачку, чем плотвичка, например. Говорят, что это связано с тем, что у судака узкое горло и такую длинную прогонистую рыбку ему удобнее глотать. Посмотрим. Забросил донки на новом месте, ну а сам продолжу эксперименты с отводным поводком. Покидаю на спиннинг здесь. Есть. Первая рыба за сегодня, и она на отводной поводок с искусственной резинкой, даже несъедобной. Ну, да ничего, окукуй хороший. Ну, смотрите, неплохой такой, около 200 грамм. Да, все-таки от места конкретно зависит, от сколько я не пробовал поймать в первом месте, и там вообще ни одной поклевки ни на что. Здесь первый заброс и сразу же поклевка. Клюнул на, как называется, забыл. В общем, такой симбиоз слага и виброхвоста. То есть хвостик есть, но тело такое, как у слага, больше. Ну или виброхвостик. Цвет такой коричнево. В общем, типа машинное масло с блестком. Ну вот такой окунек. Ну, конечно, не 200, но грамм 150, наверное. Ну, ничего. Все-таки что-то поймал. А то вообще думал, сегодня с нулем буду. Тишина. Здесь вот лодки стояли, штук 5-6. Кидали. И все рассосались. Видимо, ни одной поклевки. Но здесь под берегом хоть окунек клюнул. Спасибо ему. За это мы его отпустим. Давай, другой, подрастай. Попадайся еще. Пока-пока. Странно, я думал, что окунь сегодня полный апатии, но нет, вот я же кинул с первого заброса и поймал, значит, просто он очень локально стоит, его надо искать. Если найдешь, то, я думаю, можешь поймать, уговорить, по крайней мере. Есть. Эх, сошел, зараза. А нет, не сошел. Показалось, что сошел. Потому что у меня сейчас крючок спрятан был. Думаю, плохо засеклась. Нет. Ну вот еще один окушарик. Даже помельче, чем предыдущий. Ну, кстати, приманку заглотил довольно бодро. Он торчит почти вся в пасти. Попробуем вытащить. Не знаю, смогу без инструмента. Да, вытащил. Ну, это около 100 грамм окушарик. Но все-таки хоть что-то. В общем, нащупал я единственную точку. Вот здесь она недалеко от берега, метров 10. Бровка, камушки. И там вот некрупные окуньки стоят. И все, больше нигде ничего. Донки перекидываю в разные места, молчат вообще. В общем, как-то печально, конечно. Так, ладно, окунишку сейчас отпустим. Так. Опа, бандит убежал.
сейчас приманку насаживаю способом, когда жало спрятано в теле приманки. И намного меньше зацепов, конечно. А то я прям замучился отрывать уже поводки. Есть еще один. Все вот с одной точки окуни. Вроде чуть покрупнее. Упирается, по крайней мере, здорово. Так, сейчас посмотрим. Да, такой окунишка. Покрупнее, наверное, самый крупный сегодня. Вот почему я думаю, вот на эту приманку сейчас хорошо клюет. Потому что она уж очень похожа на бычка. Прям цвет как раз такой вот желто-песчаный. Да и по размеру примерно как бычок. Вот. Ну, окунишки не крупные, но все-таки хорошо, когда хоть что-то клюет. Да? А то без поклевок рыбалка, конечно, она сама по себе хороша, но если не клюет, то скучновато, конечно. Ну, вот такие хотя бы, и то хорошо. Приманку пока менять не буду, потому что на это нормально клюет. Что менять-то, если нормально клюет. Несмотря на то, что сейчас насаживаю вот так с прижатым крючком, практически сходов нет. То есть хватает за голову и цепляется. Я вижу вот рыбак на лодке у белого бакина. Ловил на троллинг. Первый раз проплыл, видно, у него была поклевка, он что-то поймал. Еще раз решил по этому же месту пройти и, видимо, зацеп. Да причем такой зацеп, он уже там ковыряется, наверное, минут 20. Не может, видимо, вытащить. Воблер, наверное, дорогой. Вот это вот, конечно, большой минус троллинга. То, что если там какой-то мертвый зацеп и хороший воблер, то, конечно, очень жалко его потерять. Ну, не знаю, может, отцепит. Есть! Ух ты! Ну, вот это явно покрупнее, прям тянет так хорошо. И вот все с одной точки. Уже какой окунь. Прям с одной точки берет. Так. Да, вот это покрупнее. Так, сейчас вытащу или нет. Ух. Вот это, ребята, уже зачет. О, какой красавчик. Вот это уже настоящий окунек. Я думаю, где-то грамм около 300. Прекрасный экземпляр. Сегодня вот эта приманка под бычка прям отлично работает. Видно, цвет попал, размер такой. Прям окуньку нравится. Что интересно, сначала клевали не крупные, а сейчас вот и покрупнее взял. О, вот это уже я порадовался. А то вообще поклевок не было, донки стоят, молчат, ну и хрен с ними. Хотя бы на отводной половить. Ну вот, не зря сегодня пошел, хоть окуньков половить приятно. Еще раз убеждаюсь, что не надо торопиться. Сейчас, когда вытащил окуня, что-то начал суетиться. Катушку как-то неудачно сбросил, и у меня прям поводки все перепутались вместе с плетенкой. Минут 15 распутал, в итоге обрезал и заново сделал. Вот так буквально несколько секунд спешки и 15-20 минут простоя. Так что торопиться не надо. Надо все делать спокойно.
была еще поклевочка. Есть. Ой, тоже неплохой. Тоже близко к берегу взял. Ух, как. Чего себе. Такие рывки даже на окуня не похожи. Но здесь кроме окуня практически ничего нет. Сейчас посмотрим. Вдруг какая-то другая рыба. Прям рывки такие. Не, окунь. Ну, мордатый, мордатый. Ничего себе. Все крупнее и крупнее, друзья. Отличный экземплярчик. Так, в этот раз торопиться не буду. Спокойно положу спиннинг. И покажу вам красивого окуня. Ну, в принципе, почти такой же, как предыдущий. Может, даже чуть-чуть покрупнее. Да, приманка все та же. Не меняю, потому что на нее просто отлично клюет. Ну, вот еще один окушарик. Такое впечатление, что все окуни собрались прямо вот в одной точке. Сколько вот я ловил и ходил, и вообще такое впечатление, что рыбы вообще не было. И прям вот нащупал локальную точку, буквально вот если туда кидаешь, вот такие окуни клюет. Ну, разные окуни. Чуть вправо, чуть лево, куда-то еще, полный ноль. Вот так вот, когда вот такая глубокая осень, вода холодная, вот рыба как-то концентрируется к каким-то точкам, и эти точки надо найти. И тогда можно поймать вот таких прекрасных окуньков. Класс. Как зависит настроение рыбака от клева. Почти всю рыбалку он не клевал ничего. Прям так начал все болеть, что-то думал, заболеваю я даже. А когда пошел клев окуня, начисто обо всем забыл. Прям такой сразу бодрость такая. Все, прям ни о чем не думаешь. Вот. Все-таки хороший клев на рыбалке — это очень важно. Здесь поклевок больше нет. Сейчас попробуют чуть в стороне пройти туда за травку. Попробуют там покидать. Надо искать, где окунь стоит. А так, если его нет, то хоть обкидайся. Клевать не будет. Есть. Прям под берегом взял. Да неплохой. О, какой. Заглотил прям. Не видно приманку даже. Я его со второго раза поймал. Первый раз проводил. Слышал тюк-тук-тук-тук. Не было. В смысле, не смог засечь. А второй раз засекся. Сейчас другая приманка, еще долго никак не мог я на нее поймать. Она такого же цвета, как и предыдущая, такого пивного, но без хвостика, слаг. Ну, тоже клюет, но, правда, похуже, с хвостиком как-то поактивнее клевал. Ну, окунек такой не крупный, но все-таки приятно. А я смотрю, здесь под берегом, прямо у ног малек-то ходит, правда, совсем такой маленький. Но, видимо, вот и некрупный окунь его здесь поджидает. А покрупнее рыба уже свалилась куда-то там в ямы. И там, вот там на лодке троллингист только что прошел и зацепил, по-моему, судачка некрупного. Так что вот на русле там судачок. Но я сколько ни кидал, у меня поклевок не было. Была сейчас поклевка далеко от берега, но не прицепился. Попробую еще раз доловить.
доловил. Точно там же случилась поклевка и окушок клюнул. Но я так и думал, что маленький. Но сам факт, что хотел доловить, доловил. Вот он есть. Ну, такого, конечно, отпустим. Несмотря на то, что уже вода довольно холодная, в береговой зоне у травки еще окунь вертится. Ну, потому что и малек здесь ходит. Я посмотрел, там где травка. Правда, совсем такие маленькие. Ну, вот окунь, видимо, их как раз и сторожит. Вот такая парадоксальная сегодня рыбалка получилась, в том смысле, что вроде бы живец, натуральная рыбка, она должна на него лучше клевать, а я сегодня на живца не видел ни одной поклевки. И на донки, и на отводной, на спиннинг сажал, ничего. А вот на искусственную резинку поймал. Вот такие чудеса. Точнее, чудес нет никаких, всегда есть какие-то причины. Но вот мне кажется, одна из главных причин то, что я отловил в основном окуня. А окунь сейчас предпочитает в качестве живца именно бычка. И резинка, на которую я всех окуней поймал, она была очень похожа на бычка. Такая же коричневая, и размер такой же. Ну, может быть, в этом причина. Ну, а так, в общем и целом, сейчас вот, когда уже поздняя осень и температура среднесуточная около нуля, то рыбу у нас здесь клюет совсем плохо. Что-то поймать довольно трудно. Но вот сегодня что-то поймал, думал, пролечу. Нет, окуньков таких надергал, ничего таки попадались. Так что все не так плохо. Ну, на сегодня, друзья, это все. Я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока.